Thank you.
спросить. Во-первых, если возьмешь ноту, посмотришь, а? Написано, кто это, прям, есть четверть. Ты снимаешь ее со скоростью 16. Чуть-чуть длиннее, что написано здесь. Ну, почему ты здесь не считаешь? Ты что вообще? С ума сошел, да? Я когда там пам-пам-пам. По такту точно. Тим, там, тогда там, пам-пам-пам-пам. Это же везде. Ты просто это неверно заиграешь, понимаешь? Ты говоришь, все это здесь. Каждый раз скажу, ты неверно. У меня все неверно. Левая рука. Можешь сыграть один на левую руку? Вот отсюда начинаю. Thank you.
фактическая неточность очень важна. Нельзя так допускать. Ускорение позже, если очень рано стоит. Но это дига-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 дига. Почти в том же темпе.
как сделать, чтобы только это каждый раз немножко по-другому, понимаешь? Чуть-чуть по-другому. Хорошо, мы работаем. Вот это неверно.
Ну, в общем, ты молодец. Ты, по мне, музыкально играешь, а ты все довольно свободно. Но вот эти вещи и многие еще другие можно предъявить, все, что ты к исполнению, понимаешь? Ну, как ты можешь заниматься? Здесь можешь все-таки тем свободнее. Правда, рояли меня вдохновляют как-то на красивый звук. Слишком громкий. Ты не хочешь, что тут перегруз все время происходит? Да, есть такое было. Все время. Это тот был тоже, когда ты играл. Ну, это концерт. Помнишь, на концерт? Да, ну, что там было? Я знаю. Ну что же, я считаю, что... Знаете что? Я хочу сказать несколько слов. Что вот ребята, которые организовали вот этот... так называемый конкурс, сделали большое дело для себя и для консерватории. Для себя тем, чтобы они, что они приобрели большой опыт, организационный опыт работы, как конкурс подготовить, как создать жюри, как отобрать, каким образом прослушивание устраивать и так дальше. Это очень важно было, очень. И ребята на правильном пути находились все время. Завтра концерт, да? Завтра играет много людей, да? Завтра выступает 11. 11 человек. Не человек, там будут и ансамбли. Так что мы всех ждем на консерватории. 2 часа дня. 2 часа, да. 2 часа дня. Спасибо большое, Сергей, что согласились поучаствовать. Давайте. Спасибо. Возьмем нас.